Bakın abi. Меня зовут Яна, я вокалистка группы Inferno. Вот это Диана, это клавишница группы Inferno. А это Алина, которая пришла порадовать поклонникам, в общем, рычащим вокалом. Да, женский состав. Скажите, какое отношение вот женщины имеют к такому названию? Ну, вообще, прямое непосредственное. Конечно, чувствуем, мы монстры, потому что женщины вообще еще больше монстрее, чем мужчины. Просто разные бывают женщины, разные мужчины. На самом деле, что то, что женщина и рок, это понятие несовместимое, это глубокая неправда. В общем, мы делали то, что делали. Многие понравились, я надеюсь, вам тоже понравилось. Как вам сегодняшняя тусовка? Классно, только я не понимаю, что тут происходит. Сочувствуем той группе, у кого это все вырубилось. Да, мы очень глубоко сочувствуем Харькову, но у нас звук был хороший, в принципе. Единственное, что я себя не слышала, но это мелочи. Давно вы играете? Ну, в Инферно я пою 1.5 года где-то там. А вообще поете? Ну, с детства, еще с пеленок. Мама даже жаловалась, что в трамвае пела, люди оборачивались.